Приветствую всех. Продолжаю рассказывать о сайтах, которые платят за выполнение заданий. Я уже давал эту ссылочку, некоторые люди зарегистрировались. И смотрите, вот простые действия, легкие деньги. Итак, категория YouTube, автоматическая проверка с контрольным вопросом, однократное выполнение. Что нужно сделать? Смотрим видео, ставим лайк, пишем короткий коммент. Возможно ли выполнить это задание? Ну, оплачено 19, отказано 14. Что требуется для подтверждения и проверки выполнения? Осуществляется с помощью контрольного вопроса. Вопрос можно увидеть после начала выполнения. Ну, хорошо. Нажимаем «Выполнить задание». Вот. Для выполнения задания перейдите по следующей ссылке. Итак, переходим по ссылке. А, ну вот так вот. Наверное, вот. Перейти на страницу задания. Ну что, ставим лайк. Всем привет, дорогие друзья. Мы запускаем рубрику «Новости IT». И сегодня в секторе новостей мы поговорим про свежую утечку характеристик Xiaomi Mi CC9 Pro, а также осветим тему тихой презентации новых AirPods Pro от Apple. Меня зовут Александр, поехали! В сети появилась информация о подробных характеристиках Xiaomi Mi CC9. Пока наше видео смотрится, я даже не понял, где сколько стоит AirDrops на старте продаж. Вот. Информацию узнав, посмотрев ролик. AirDrops сколько стоит? На 1008 гигабайт инфракрасным датчиком для управления и 32 мегапикселов 67 сотых миллиметров классического 50 миллиметров. Ищем AirDrops. Наушники следующего поколения AirPods Pro были представлены на, если можно так выразиться, тихой презентации. AirPods выполнены в новом дизайне с резиновыми вкладышами, а также теперь они имеют функцию активного шумоподавления и специальные алгоритмы обработки звука. Также стоит отметить, что наушники будут стоить дороже большинства приемлемых смартфонов на территории России. Как говорится, за технологии нужно платить. Они стали чуть крупнее своих предшественников. В комплекте к наушникам будут идти в режиме прослушивания и дает свыше 18 часов в режиме общения. Цена в России составит 20 990 рублей. Продажи начнутся уже в ноябре. 20 990. Пишем 20 990. Отправить. Задача успешно завершена. Вам зачислено 3,5 рубля. Вот, смотрите. 4,25 я заработал. Так что, ребята, заходите. Ссылка на регистрацию будет под этим видео. Все работает. И вот таким образом вы сможете заработать себе. Ну, я не знаю на что. Всем привет.